Ну что ж, приветствую вас, дорогие друзья, с вами я, Эконом, и мы сегодня будем проходить игру под названием Uncharted 4. Наконец-то у меня хватает времени и, хотел сказать, уже средств, нет, мне попалась в мои руки эта игра, и наконец-то я могу ее опробовать сам. Не говорю за вас, которые будут смотреть эти записи. Я надеюсь, что по ощущениям я смогу вам передать именно геймплей самой игры. И всем приятного просмотра. Давайте начинать. Конечно же, сюжет и новая игра. Навстречу приключениям. Я человек фортуны, и я поймал ее за хвост. Генри Эвери, 1694. Обалдеть, ребята, у нас сразу начинается какая-то передряга, погоня, что ли, в штурм, как говорится, из корабля на бал, но в данный момент получается, что мы наверняка с какого-то бала на корабль. Мы можем вертеть камерой, ну, обучалку никто не отменял, естественно. Как это круто, ребята. Действительно, эффекты очень-очень радуют глаз. То есть вот эти все брызги, волны. Ух ты! Ух ты, шлёмы, ничего себе! Вы только посмотрите, как мы их разнесли. Ну-ка. Ох, засранец. Быстрее нас оказался. Давайте еще один. Да. Так, я так полагаю, это наш брат. Поскольку я помню, в предыдущих частях о нем вообще ничего не говорилось. Ух, ёшкин кот! Я хотел тупо тараниться. Зря я так, зря. Они еще и мины теперь кидают. Аккуратно. Слава богу, у нашего корабля маневренность очень хорошая. Ой-ё! Похоже, так и было задумано, хорошо. Блин, вы только посмотрите на эти эффекты, на эти блики. Так, ныряем. Ох ты ж! Быстрее, быстрее, быстрее! Ух! Фух. Это было близко. Это было очень близко. А под водой так спокойно. Всплывай, всплывай, пожалуйста, дорогой. О! Сэм? Да, вроде бы его звать Сэм. Да, мы целы. Мы плывем, дружище. Брат, вернее. Я могу... Серьезно? Ты собираешься его так быстро починить? Ну ладно. Ух, шлем ее. Подождите, как укрыть? Нам уже довольно-таки дали понять, что это не игрушки. Ух, ё-моё. Красавчик. Молодец, свои же. Да-да, кстати, карма она такая. Нажмите, чтобы перезарядить оружие. Хорошо. А вот и следующие, ребята. Ну-ка. Ты нам не ровня. Убирайтесь отсюда. Проклятые пираты. Или кто вы там. Довольно-таки интересная стрельба. Динамика стрельбы. Так. Сэм починил, мы можем отправляться вперед. И давай, газку, газку. Родимая.
Направляемся мы прямо на какой-то необитаемый остров. Да, действительно, не видно практически ничего. Я даже не знаю, куда плыть, потому что очень страшно, что мы сейчас врежемся куда-то. Ух, ёшкин кот. Да. Повезло. О, чёрт! И... Натан. Наш главный герой оказался опять в воде. Натан? Может, Нейтан? Натан. Ну что нам с тобой делать? Наверняка сам устал от нотации, я устала их читать. Вот теперь просидишь тут выходные со мной, а все поехали развлекаться. Мне плевать. Да, в этом-то вся и беда. Не понимаю, почему только я наказан? Потому что драку начал ты. Он отнял мою книжку. Просила же не носить ее с собой. Так что сам виноват. Он не имел права ее отнимать. А ты имел право сразу махать кулаками? Дело не только в книжке. А в чем еще? Ни в чем. На исповеди скажу. Что бы я ни делала, ты упорно хочешь пойти по стопам своего бедного непутевого брата. Смотреть больно. А чё обзываться-то сразу? Может, брат хорош? Сэм! Помяни черта, вот он. Ну что ж, нам предоставляется поиграть за... Так, глава первая, зов приключений. За молодого Нейтана. Не знаю, почему наш монашка, или даже кто она у нас, воспитательница, говорит Натан. Но это, наверное, маленькая ошибка русских локализаторов. Давайте посмотрим, что у нас тут находится. Просто очень интересно. Блин, а... Визуально игра сделана просто шикарно. Ладно, давайте влазить. Модель молодого Нейтана мне напоминает даже персонажа Энди из истории игрушек, что-то такое. Или какого-то молодого Эминема, что ли. Полезли даже наверх. Не могу пояснить. Так, ну здесь, наверное, скользко будет, да? Да, мы соскальзываем. Маленький парень, а так хорошо умеет лазать, смотрите-ка. Молодчина просто. И вниз. Да, довольно-таки понятное нам управление. Ой, извиняюсь. Так, а здесь как? Ага. Только сказал про удобное и понятное управление, как сразу же. Что такое? Почему он не с первого раза перепрыгивает? Так, здесь нам пойти вроде как некуда. Хотя... Нет, вроде бы нет. Так, ладно, залазим. Так, тихонечко. Тихонечко, так тихонечко. Ну-ка, может быть, здесь есть что-то интересное, потому что я проинформирован, и вроде бы в новой части Uncharted добавили такие... плюшки, как письма и разные вещи, которые можно поднимать, как в игре Last of Us. Такого до этого в Uncharted не было. Так. Нужно тихонько прокрасться. А это не наша задача, помогать таким мальчикам. Слушай. Что, обделяя вниманием десяток других под моей опекой? Что вы хотите от меня? Вы сами знаете. Как-то... Нет, я пока не готов сдаться. Этого не избежать. Вот что. Я поговорю с ним утром. Хорошо? Доброй ночи, отец. Монахиня, да. Доброй ночи, сестра. Как-то подозрительно мы так бегаем, вроде бы делаем корпи, чтобы казаться... Ой, ну,
более заметным и тихим, а такой прыжок по полу, я думаю, каждый бы услышали. А еще меня удивляет тот факт, что монахиня и святой отец, или кто он там, надзиратель, они оба чернокожие. Почему? С чем это может быть связано? Кстати, там интересная комната, я хочу туда сбегать. Ох, мое любопытство, наверное, мне погубит. Ого. Так, вот и письмо, о котором я говорил. Досье. Читать. Приют для мальчиков им... А, имени святого Франциска. Доклад о поведении подопечных. Я увидел, как Эдвард отобрал у Натана книгу и стал его дразнить. Нейтан тут же набросился на него и сбил с ног, несмотря на то, что Эдвард крупнее него. Я подбежал к мальчику и разнял их. Но сорванцы уже успели как следует отлупить друг друга. Подпись: отец Райан Даффи. Это наверняка вот этот отец, которого мы только что видели минуту назад. Так, здесь больше ничего нету. Нейтан так довольно резко бегает. Так, подождите. Ну, конечно, заперто. Как же. Так, а где наша монахиня? Вон она стоит. Так, надо аккуратно. Ну-ка. Она там собирается? Также дальше продолжать стоять. Хорошо, давайте попробуем так. Блин, такие прыжки. Слушай, Нейтан, тебе везет сегодня. Монахиня, видать. Надо к тому окну. Ага. Ну, я тебя понял. Так. Ну давай. Двигай, сестра. Да, нам уже тоже не терпится, сестра. Сядь, 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 сядь. Ух ты ж ё. Так, что она делает? Ах, вот ты какая! Заначка у нее там. Ну, она довольно-таки ее быстро достала, слушайте. Что-то она как-то не сильно прячет ее. Нет тут никого, не бойся. Кури себе на здоровье. Вернее, на вред здоровью. Так, смотри вот там, пожалуйста. Ой, ёлка. Успели. Так. Сестра Кэтрин! Ух, ё. Ага, чуть не спалилась. Сестра Кэти, я опять забыл ключ. Не могли бы вы открыть ворота? Иду, отец. Угу. Это наш момент. Побежали. Есть. Так. Ой, ё. Ой, я думаю, он сейчас упадет. Так. А, не-не-не, стой. А, нет, все правильно, слушайте. Блин, я аж... перепугался. Ну, в принципе, тут не так уж и высоко, но для маленького ребенка ноги переломать-то можно. Так что не... Так, нам что, перепрыгнуть, что ли? Держись. Молодчина просто. Сэм, подожди. Действительно, Сэм, подожди нас. Не будь хамулом. Так. Давай вниз. И вверх. С прыжками у нас пока что не очень. Ой-ё. Только не срывайся, пожалуйста. Спокойно, спокойно, спокойно. Еще и водой на нас палило. Сэм. Так. Слава богу, мы забрались. Так, что это за фонарик? Видать, это рюкзак Сэма. Никогда нельзя расслабляться. Ладно. Рад тебя видеть, братишка. Что это? Да ладно, опять? Ерунда. Ты обещал не лезть на рожон. Он говорил про нас гадости. И? Сказал, что папа нас бросил, потому что мы тупые, а мама в аду, потому что... Нейт, ну брось ты, тебя дразнят, потому что ты ведешься. Ясно? Ты обращай все в шутку. Ты бы врезал. Ты меня слушай, не повторяй за мной. Вот. А то простынешь. Ну? Так зачем ты сюда залез-то? Если монашки увидят, вызовут копов. У меня для тебя сюрприз. Рождества, что ли, ждать? Какой? Он снаружи. А говорил, не лезь на рожон. Сделаем исключение. Ну-ну.
противоречит сам себе. Ну, хорошо, давайте. Вот это прыжок. Действительно. Давай. Хват. Давай. Ничего себе, ты легкий. Тебя что, там не кормят? Это как тут был комплимент? Где вообще все? На экскурсии. Спят, наверное. О, это я помню. Ой-ой. Видать, Сэм был раньше тоже в этом приюте. Как поживает отец? Я так понимаю. Он там один нормальный. Навестил бы его. Да ну, еще начнет давить на совесть. Там один нормальный. Отец давит. Ой, прямо у обешников. Ты че? Сюда. Ты че? Окей. Страшно? Ой-ой. Блин, а тут как высоко. Давай. Да я бы ноги себе переломал, честно. Ладно, не факт. Это же Нейтан все-таки. Угу. Заперто. Черт. Захлопнулась. Я вроде... Я камушком придавил. Ну и пускай, мы с тобой поверху пойдем. Поверху? Сейчас увидишь. Ну, смотри. О. Теперь? Странно для подростка иметь такую кошку. А ты умеешь? У себя под рукой. Ну, раз или два. В смысле, умеешь раз или два? Ну, давай. Теперь ты. Так. Давай, теперь мы. И полезли. Хотелось бы приметить, что звуки здесь сделаны довольно-таки очень на высоком уровне. То есть... Так, подожди. Блесишь? Понятно. То есть, буквально все звуки, а которые здесь занимаешься? Присутствуют, они так, идентичны реальным. Как девушка? И какая? Работают а, прям. А, Кристал? Ура. Ну, мы то вместе, то не вместе. Вот сейчас не вместе. Уловил вас хрен. Кристал. Так. Только посмотрите на эти здания. Ну, уже нет. Вот так более-менее похоже на Россию. Здесь что-то такое французское, немецкое. Ну, здесь, конечно, Америка уже. Хотя, не факт. Русская этажка у всех есть уже. Кстати, интересно, в каком городе мы находимся? Я что-то просматривал. Ну, что? Не показывали нам в начале? Тот не бьет! Серьезно? Ух ты ж... Окей. Поменьше думай! Ты сможешь! Поменьше думай? Прям как в Матрице отсылка какая-то. Так. А как бежать-то? Бежим, бежим, бежим. Держу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Видал? Расплюнуть. Да. Ерунда. Да, пацанам... Пацанам, когда я был молодой, тоже по гаражам прыгали и по стройкам практически через такие же расстояния. Слава богу, дожил. Так. Ну, так высоко мы, конечно, не забирались. Ага. Это уже, извините меня, самоубийство. Вот только посмотрите на эту высоту, боже. Сюда. Я сейчас. Так. Время у нас... Без 15-12, я понимаю. Примерно. Так. Теперь прыгаем. Ага. Здесь можно так спрыгнуть. Да. Музыка шикарная. На заднем фоне. Аккуратненько. Воу. Упс. Еще все. Это ведь не грех? По-моему, грех. Да ты крутой. Да, я, по-моему, думаю, что это тоже грех. Готов, Тарзан? После тебя? Ну, или после меня? Ага. Хорошо, я готов. Так. И... Помчались. Это было легко. Давай, Сэм. Ха, даже не допрыгнул, собак.
А вроде бы такой большой. Хорошо. А, так просто? Оп. Забирайся на колокольню. Не запрыгну. Так... Ну так обойди. Блин, мы еще малы, чтобы запрыгнуть. Так и хочется непроизвольно назвать данное, что сейчас происходит, будто бы это Assassin's Creed Destiny какой-то. Destiny's Child даже. Начало. Красивый вид, а? Да. Да. Неплохо. Действительно. Но вид хорош. Ого, снова вниз. Ты уже залезал на крышу? Вот конкретно на эту? Нет. Ну, ты знаешь, как забраться, да? В общих чертах. А что, это у нас уже грязные. Вы музыкались. Сэм? Угу, вот он. Жди тут. Смотри и учись. Ждать? Да это самоубийство. Ладно, Нейт. Хорошо. Давай, ты сможешь. Действительно, мы сможем. Ну, с Богом. Держу! Фух, ёшкин кот. Чуть не промазали. На волоске прям поймал. Получилось. Ага. Ну, конечно. Я прям... Точь-в-точь, как главный герой, говорю. Некоторые моменты. Так, иди за мной. Иду, иду. Следую. Так, теперь куда? А знаешь что? Давай-ка теперь ты. Так, ясно. Серьезно? Давай попробуем. Да, серьезно. А я за тобой. Хорошо. Так, и раз. Молодец, Нейтан. Метка. Ну и побежали. Юху! Ой-ой-ой. Не получилось. Это вот сейчас ничего не было, ребят. Молодец, Нейтан. Сейчас вот ничего не было. Так. Опа! Оказывается, нужно было немножко подождать. Если мы поторопились в прошлый раз. Ну, Сэм? Сэм? Сэму, видать, хотелось потягушки сделать. Хорошо, теперь куда? Ладно, после тебя. Хм, на лестницу? Хорошо. Как скажешь? Теперь вниз. О. Ну, вниз так вниз. Поехали. Как высоко. Вот и все. Мы удрали. Ага. Посмотри, а? 250 кубов? Да ты что, смеешься? А 500 кубов не хочешь? Двухцилиндровый. Да ладно. Угу. Где спер? Эй, обижаешь. Видишь ли, братец, чтоб ты знал, я изменился. Купил на свои кровные. Давай, садись. Что? А, решил устроить мне праздник. Что, совесть нечиста? Знаешь, ты у меня чересчур умный. Ладно. У меня работа. Хорошая. Но есть один нюанс. Надо уехать ненадолго. Это на сколько? Ну, на год. Не больше, я быстро вернусь, соскучиться не успеешь. Бросаешь меня. Да ладно, не надо драмы. Тебе что, мало меня в приюте бросить? Как ты можешь так поступать? Да я для тебя стараюсь. Зарабатываю для нас обоих. Через пару лет что? Ты выйдешь. Через и... пару лет? Я хочу с тобой. Я едва концы с концами свожу. Заработаем. Понимаю, приют тебя бесит. Ты не понимаешь. Но пока тебе там будет лучше. Понимаешь? Просто поверь мне. Нечестно. Эй,
Жизнь вообще штука нечестная. Но мы справляемся. Так? Так. Но байк не единственный мой сюрприз. Видать, второй придется испортить. Что? Я нашел мамины вещи. То, что продал отец, я нашел покупателя. Если ты врешь, чтобы я не злился... Нет, клянусь. Где? Хм. На том конце города. Как тебе идея их забрать? То есть украсть? Брось, какая же это кража, если вещи наши? Боюсь, копы могут не согласиться. А мы не будем попадаться. Ну, готов? О, да. Ау! Хорошее начало. Ты что-то пробормочешь? Меня так просто не возьмешь, приятель. Acabemos con esto. Давай. Такой басистый голос у Нейтана. А я не хочу драться. Va a ser divertido. Chinga de madre. No puedes conmigo. Да-да, amigo. Я тебе говорю. Tú lo empezaste, pero yo voy a acabar. Ну ладно, давайте приступим. На тебе. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. Не надо на меня. Зря ты напал. Чингада, ты не можешь пелеар, а? Не-не-не-не-не. Пожалуйста. Получите, распишитесь. Ах ты ж. Собака. A ver cómo te sales de esta. Преступник, хрен. Ну-ка. ¿Qué tal esto? Иди сюда. Я с тобой еще не... Цепитесь. Нечестно, нечестно. Так вот. Лучше, как он, hombre. Черт подери. Зубы остались хоть на месте. На. Вот так тебе, собачонок. Как там у вас? Чупакабра хрена. Какой он ловкий. Стоять, стоять. Типичный Нейт. Огребай по полной. Что ж происходит-то? На. Отцепись. Ну как тебе это блюдо? Ahora sí, pendejo. Sí, Gustavo. Vas a arrepentir. Acaba con él. Давай, таки. Давай, amigo. Крепкий парень. Te voy a matar, compañero. Лизишу. Чтоб тебе. Te voy a cerrar la boca, gringo. Отцепись, 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 отцепись. Пожалуйста, отвали от меня. Ну же, Нейтан. Есть. Dale una paliza, amigo. Да мы и не дрались. Правда, дружок? Прекратите, идиоты. Ты звони, когда подрастешь, помутузимся. Ты будешь отряд под кулу. В одиночку. Увести. Типичный Нейт. Ты будешь ждать здесь, а? Смотритель у нас и по-английски разговаривает. Открой. Да ладно. И сколько мне здесь теперь торчать? А? Туалет-то где? Перед тобой. Удачи. На тебя, что ли? Ага. Gracias. Gracias. Испанский язык. Ах, припоминается мне, что я, когда-то я хотел его изучать. По... Не знаю почему, но мне кажется, испанский язык шикарен. Даже получше, чем итальянский. Ну и как ни крути, практически полмира на нем разговаривают. Черт, а мне ведь такой сон снялся. Эй, эй, эй! Ладно, полегче.